И мысли, комментарии по поводу сегодняшнего матча. Что получилось, что не получилось, что ожидали и что получили? Что ожидали? Ожидали хороший результат, ожидали. И понимали, что игра тяжелая будет, понимали, что много единоборств будет, много контактов будет, и как следствие важны будут подборы и, опять же, динамичная игра вперед. Ну, скажем так, не все получилось, и, скажем так, и матч не получился. Но, опять же, свои моменты не реализовали. Вопросы? Можно? Пожалуйста. Я хотел вас спросить, вот почему вы с самого начала не пустили Андрея Соловья? Потому что есть недельный микроцикл. В недельном микроцикле был, скажем так, себя лучше демонстрировал другой футболист. Соответственно, вопрос банальной конкуренции и ничего тут другого. Есть вопрос еще, да. Иван Сергеевич, матч в первом круге и во втором получился совершенно разными. В чем можете найти различия? В чем различие? То, что в первом круге мы эффективно подбирали, эффективно сразу выходили в атаку. Здесь не получилось, было достаточно пространства, которое мы не реализовывали, но не хватало страсти, не хватало предложений, не хватало вбеганий. Более того, медленная игра была, мяч очень медленно был, у нас защитники долго начинали атаку, долго развивали, как только темп увеличивали. Тут же сразу было все динамично, сразу появлялся старта и появлялось преимущество как численно в количестве футболистов, так и, скажем так, в темпе игры. Вот, это раз. А второй момент, что не получилось забить. Моменты были, но мы не забили. Соперника был один момент штрафной, и соперник реализовал. Вот, и, наверное, что и не получилось. Спасибо. Есть еще вопросы? Вопросов нет, но тогда первая часть. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания.